Выйти в поле, по данным с мобильного приложения, и сеять на автопилоте. В хозяйствах Гродненской области внедряют современные технологии. Задача – сделать земледелие точным и эффективным, а значит, сэкономить. Система метеостанций контролирует температуру воздуха и почвы, скорость ветра и даже уровень солнечной радиации. Радиус действия – 5 километров. Все данные в режиме онлайн поступают на мобильные телефоны агрономам. А они уже решают, вносить удобрения и средства защиты от вредителей или нет. В машинах работает автопилот. Водитель в кабине только контролирует процесс. Система позволяет не пропустить ни сантиметра или, наоборот, не пройти дважды по одному и тому же месту. В хозяйстве спутники используют вторую посевную, и эффект уже заметили. Если раньше из 100 гектаров 5 были испорчены, то сейчас технология соблюдена полностью, а это значительная экономия семян, топлива, удобрений и времени. Это уже нормальное явление, это как навигатор в машине, это, в принципе, уже идет к этому давно сообщество агрономическое. К этому надо идти и стремиться, потому что за этим будущее, и мы должны экономить то, что мы делаем, не тратить деньги зря. В целом, современная система точного земледелия только в посевную позволяет хозяйству экономить до 10% потраченных средств. Готовы использовать гаджеты и в уборочную. Правда, все они скорее подсказка и помощь. Заменить человека в поле пока не может ни одна техника.